Нижнекамске задержали преступную группу по продаже синтетических наркотиков и марихуаны. Сегодня в пресс-службе госнаркоконтроля сообщили, что ее организатор проходил практику в правоохранительных органах и намеревался стать стражем порядка. Организовать преступный бизнес помогли знакомства в криминальных кругах. Дельцов задержали при попытке сбыта, возбуждено уголовное дело и может грозить до 20 лет тюрьмы.